Я хочу записать сегодня такой весьма спонтанный ролик. Я вчера услышал впервые о том, что существует такой сериал, как ⁇ Монастырь ⁇ крайне любопытной тематики, жена мне об этом рассказала, что там снимается Филипп Янковский, там снимается, прости Господи, Настя Ивлева, и что все это повествует о том, как блудница попадает в монастырь, ну, известный собственно говоря библейский сюжет я был заинтригован я сегодня посмотрел первую серию сериала и половину второй серии и э, я даже написал целый листик с э, заметками но по факту я так понимаю что они мне не пригодятся потому что говорить я буду не о технических промахах а о сюжетной составляющей. Но, тем не менее, несколько слов о технических аспектах я скажу, о профессиональных аспектах. Я часто ругаю российские кинематографы, российские сериалы за, скажем так, абсолютную некомпетентность, бесталанность, незнание профессии. Как ни странно, в случае с сериалом «Монастырь» я бы сказал, что с профессиональной составляющей можно сказать, что они справились. Не хорошо, не блестяще, но по крайней мере на нее можно в какой-то степени закрыть глаза. Примитивно, но справились. Как ни странно, это уже достаточно большое достижение. А... И на фоне этого начинают возникать вопросы куда более существенной составляющей к сюжетной составляющей. Я даже не знаю, как мне сказать об этом, мне как-то неудобно об этом говорить. Стыдно до некоторой степени мне в этом признаться, но мне понравилось в этом фильме Настя Ивлева. Я жду, пока пройдет шок, и у меня самого в том числе. А Настя Ивлева оказалась подлинной, фактурной, искренней, очень вызывающей доверие и очень хорошо живущей в обстоятельствах актрисы. Как ни странно об этом мне говорить, потому что просто до этого момента все проявления, в которых я видел Настю Ивлеву, они у меня вызывали исключительно какие-то рвотные позывы. Сегодня в рамках этого фильма мне и за ней было интересно наблюдать. Но, пожалуй, что это все, за кем и зачем мне было интересно наблюдать в этом фильме. Настя Ивлева играет в какой-то степени саму себя, но, ну, по крайней мере, в первой серии, где она распутная баба на отдыхе, которая ест принимает наркоту, занимается групповым сексом, посылает всех на три буквы и ведет себя отвратительно, это чрезвычайно органично. Я сейчас не пытаюсь подвести какой-то скобрезный смысл, сказав, что Настя Ивлева именно такая, поэтому это у нее и получилось органично. Когда она попадает в монастырь, там она существует не менее органично. Я это веду к тому, что та половина фильма, которая отвечает за групповой секс, наркоту, вечеринки, отдых, разврат и так далее, удается авторам фильма чрезвычайно убедительно. Вторая часть фильма, которая должна быть подлинный, нравственный, чувственный, вызывать ощущение а, присутствия Бога и веры не удается от слова совсем. То есть есть убедительный разврат и есть неубедительная святость. И вся святость фильма сводится к рассуждениям о том, как молитва помогает в мастурбации, ну в смысле от мастурбации. Ты молишься, и желание мастурбировать проходит. Надо будет попробовать. Хотя уже поздновато. В течение всего фильма у меня в голове крутилась сакраментальная фраза Фаины Раневской. «Не люблю лекции в борделе». У меня было ощущение, что, мне пытаются, что меня пытаются нравоучать от лица неких священнослужителей, судя по внешнему виду абсолютно э, верящих, святых и подлинных, каким-то вещам, которым я, простите, пожалуйста, в их устах не верю. Кто вы такие, работники культуры, представители колоссального, потрясающего борделя, не имеющие за душой никаких чувств, которые бы вы проявили через свою профессию. Кто вы, работники культуры, позволяющие себе нравоучать паству, находящуюся перед экраном, как им нужно мастурбировать и молиться при этом? Я возмущен не тем, что вы сняли плохое кино – не тем, что вы сделали это неумело, а тем, что вы взяли на себя моральное право говорить от имени священников. Вы работники искусства нашего. Вы понимаете, что вы, что вы религиозные импотенты? Вы взяли форму, ну, как форму, костюмы, атрибутику, язык, подстриглись похоже. И под этим, и считаете, что этого достаточно для того, чтобы произвести на нас ощущение святости и что-то нам протранслировать. Вы, я, не религиозный человек, говорю вам, вы богохульники. Но вы раните меня, как светского человека, который понимает место религии в обществе, который уважает ее наличие, который понимает, в чем была ее функция, который понимает, почему сейчас эта функция угнетена и почему религия на сегодня бессильна и с уважением относится к тем, кто считает это для себя чем-то важным. С уважением отношусь. Так вот я вам говорю, что вы богохульники. Если вот отмести в сторону мое негодование, попробую сказать безэмоционально. В качестве уже не, 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 не вот такой вот яркой эмоциональной оценки, а в качестве конструктивной критики. Вы поймите, что вы затронули крайне важную, крайне болезненную для русского народа тему. И вы пытаетесь проехаться на догмах давно умерших, и недееспособных не помогает молитва от мастурбации. Не помогает. И все те рецепты, которые религия предлагала для решения тех или иных проблем общества, на сегодняшний день в подавляющем большинстве не действуют. Именно поэтому религия во многом и не может нам помочь. Потому что она устарела, она не актуальна и она не хочет меняться. Да, сами представители религии говорят о, о том, что их консерватизм ⁇ это залог их долгой жизни. Может быть, чучело в музее тоже долго живет. Сотнями лет стоит, только оно не нужно никому, но оно будет стоять и еще много сотен лет. Никому не нужное. Поэтому долгожительство еще не признак актуальности. Неважно, в религиозные диспуты мы вступать не будем. Но вы, опираясь на недействующие религиозные принципы, пытаетесь наровучать нас тому, на что права не имеете. Если бы вы предложили что-то новое, простите, даже то, как Ивлева попадает в монастырь, когда святые отцы вокруг нее собираются и начинают рассуждать, почему она здесь не должна быть, вы меня извините. Даже у Святых Отцов есть юмор, или есть страх, или есть желание. А это какие-то деревянные актеры, в душе которых ничего не происходит. Сама ситуация настолько критична, но вы ее не сыграли. Вы идете по каким-то религиозным шагам. Штампом и оперируя религиозными штампами, вы хотите нас нравоучить и привести нас к какому-то духовному открытию. Вы сошли с ума. Я не знаю, что по этому поводу скажут люди, имеющие отношение к вере. Вот мое мнение звучит именно так. И в рамках данного сериала нужно обсуждать не техническую составляющую того, получилось или не получилось у людей кино, а ситуацию того, что нам читают лекцию в борделе от лица людей, которые в борделе занимаются тем, чем должны люди заниматься в борделе. Но почему-то они возомнили себя святыми. Мне интересно, почему. Спасибо.